доктор поехал, герой. Ну, то, что он тяжело болен, все хорошо знают. Ему желали выздоровления. Более того, считали, что в этих условиях надо уходить на отдых и лечить все основательно. Он болен с середины лета 95-го года. И ни одной полной недели с тех пор не работал. It's more artificial than real problem, because of the real problem now is everything connecting with Primakov's government. He cannot make it effectively. He cannot create normal environment for economic and political environment for the Russia. Считаю, что это последняя разведка боем. Президент хочет узнать окончательную расстановку сил на ответственный год, год выборов в Госдуму. Поэтому сейчас многие могут сделать опрометчивые шаги, и будет ясно.